Хей, гайс, в Мишмаке мы продолжаем проходить и даже, скорее всего, заканчиваем проходить игру под названием Диск Рум. Окей, это восхождение Юпитера у нас. Поехали. Так, новый враг. Секунда, это здесь вот эти диски. Блин, чё туплю? Нифига себе. Давайте сюда. Пережить 10 секунд. Погибнуть от дисков различных видов. Взрыв. Нихера себе там комната. Может, давайте... Подожди, где? Вот это... Нет, не эта комната была. Где наша комната была? Звездная карта. Редкий элемент. Ага. Редкий элемент наш. Ладно, потом его прочтем. Хотя, ладно. Бритва. Иногда я умираю, не успев даже сделать первый вдох. Фазовый диск. Теперь я умею выбрасывать из себя невидимую взрывчатую волну. Невероятная сила, да чего же приятно наконец-то дать дискам отпор. Золотой сплинтер. Те золотые блоки дают некоторые основания предполагать, что я их неосознанно понимаю. Где-то внутри. Так, пережить 10 секунд. Проживите в целом 90 секунд.
А, так смотрите, они за мной гонятся. А, вот почему они за мной гонятся. Короче, тот от меня отлетает. Короче, мне нельзя передвигаться по черным. Вчера не понял. Я не понимаю. Что от меня и хотят? Двигайтесь по почем? По часовой типа? Или против часовой? Фиг его. Двигайтесь по. Я не пойму. Двигайтесь по. Почем двигаться?
Может, нужно, чтобы черная херь двигалась только по белым? Я, который ни хера не поймет. Я, который ни хера не понимает. Так, двойная звезда. Ага. Зеркало получено мне. Тут взрыв надо сделать. О, бля, хоть глаз выколи. А ну-ка, сейчас попробуем. Что от меня хотят? Ладно, плевать. Об эту я не сдохну, да, никак? Короче, ясно. Короче, они активируются только тогда, когда касаются стенки. Если не повторно касаются, они исчезают.
Где новые враги? Ясно. Так, прожить 10 секунд во всех доступных блоках. Прожить в целом. Так, мне показалось, либо там золотой был. Тут показалось. Или подожди, все-таки не показалось. Ладно, фиг его. То есть я уже попал в просак жесткий. О, бля, мне нужно пройти вот это какое-то непонятное задание. А, подожди, либо я могу прожить в секторе в целом. Да. Ну, вот, допустим, первая лока. Ладно, я понял. Мне послышалось, значит. Восемьдесят шесть секторов. Надо в каждом прожить по 10 секунд. Короче, я не успеваю, я понял. Я и сам замедляюсь, я понял. За что? Ладно, мы им аккуратней. Семнадцать.
10-15 секунд. Да за что? Но он за мной летит, он за мной летит, он специально летит в ту сторону, где я. Так видите, он еще за мной летит. Они за мной летят. Еще одну секунду надо, просто прожить где-то еще одну секунду. Здесь, по сути, самое легко выжить. Я, дебил, просто сдыхаю в начале. Почему дэш не работает? Дэш, почему ты не работаешь? Дэш. Какого... Ты не должен был меня цеплять, почему он цепляет, даже когда я просто пробиваю... С помощью дэша. Открылось. Наконец-то. Давай по новой. Диски, поехали. Что за диски нам дали? Наводчик. Я почти мечтаю о том, чтобы сам... Космос растворил все мои атомы до единого. Контакты было 20 штук. Ну что это за диск? Что это может быть за диск, если уж контакт уже даже был? Суперспиннер. Я не чувствую боли капли.
несущийся вниз по спирали лезвия. Суперохотник. Я же не могу описать разницу между жизнью и смертью. Снайпер. Большая часть моей жизни прошла в космосе, но я впервые чувствую себя настолько далеко от Земли. Залп. Я почти точно уверена, то есть мы играем за девушку, что-то диск говорит со мной о смерти через время. Золотое зеркало. Я думаю, что если у блока есть новый язык, то мои новые силы должны быть его алфавитом. Мне не по себе от миролюбия этого диска. Короче, нужно найти этот диск. А, подожди, я ж так могу смотреть, где новый диск. А, все, понял. А как мне умереть от этого диска? Кажется, я догадался. Нет, не здесь. Ну пойди там. Прикол. Пять секунд во всех. 45. Раз, два, три, четыре, пять. Окей, где я очень мало прожил? Сколько нужно прожить еще раз? Как можно прожить меньше 0 секунд? О, стоп. Ну, типа, здесь легко то, что я могу его взять и все. А, видите, создатели, то есть здесь просто сколько смогли пройти. Ну тут тоже, короче, рандом работает. Спрайтинг. Ну почему? Давай едь туда, где ты тогда был. Короче, ясно. Поняли? Thank you.
ты ж, ё-моё. Так, остальное у меня все еще закрыто. По 5 секунд надо прожить в каждой комнате. Нереально, потому что там темно. Деактивируйте все 4 антитела подряд. Проживите. Легко сказать. О, стоп, а здесь я не был. А, был. Но я диски создавать как бы не могу. А я могу создавать диски и стоять. Во-первых, поглощение. Во-вторых, разделитель где? Дайте сдохнуть. Где разделитель был? Либо вот этот как вариант можно забрать. Ага, это не новый диск. Поехали. А видите, около призраков... Призраков около нету. Надо около, короче, вот этих острых ходить. Кликание, значит, у меня новый рекорд. Ну, я понял, это диск, который создает материю, но я его атаковать не могу, типа уничтожать. Ладно. Блоки, погнали. Опасная зона открыта. А, я там уже был, да? Прожить 20 секунд. Банат.
Чё они такие подвижные? Почему они такие гиперактивные? Они очень активные. Все, поехали на финал. Так, диски. Главный блокиратор. Вид знаковых звезд. А, знакомых звезд. Всплыхнул память о моей миссии. Как? В смысле, это не новый диск? Это ж новый здоровый диск какой-то. Ясно. Я не понимаю, почему меня все еще замедляет, когда я не в его радиусе действия. Ладно. Да какого черта?
Понимаете, только первая фаза пока что тяжелая. Первая только и все. Вторая херня. Я дэш сделал. Кого он подобрал? А, это он часть себя оторвал? Подожди. Он А, я ж клонов могу создавать, точно. Типа, мы должны были вообще уничтожить центр создания всего вот этого? Прикольно. Не, давайте по факту. Ну, игру можно пройти за меньше, чем за 15 минут, так как там есть такой специальный челлендж. Игра на самом деле сама по себе, она не длинная. То есть, если бы мы не выполняли на 100%, да, просто бы бежали, бежали. Здесь на самом деле, что важное, вам нужен дэш и все, больше вам ничего не надо. Но все равно, чтобы открыть те или иные комнаты, вам нужно пройти на большое количество, ну, чтобы пройти, вы поняли. Спасибо за игру. Смерти 545, прогресс 79, время 2 часа, главная защита. Супер охота. Давай по новой. Ну, короче, что можно сказать... Ой, подожди, это кто? Слушайте, а это что новенькое? Давайте, я думаю, на этом закончим. Ну, если что, давайте я оценю игру. А у нас есть сюжет. В описании врагов есть...
сюжетные элементы, есть боссы в игре, локации, у боссов есть фазы, у последнего босса финального аж 4 фазы. И... подожди, что? А, типа я должен в обратную теперь сторону уйти, да? Сложно. Подождите, давайте сделаем таким образом. Если вдруг это продолжение, тогда мы пойдем обратно, в обратную сторону. А если нет, то ну нет. Ну, типа, без плюсов это большое количество врагов. Разновидность локаций. Есть замудренный сюжет. Это 3, да, у нас? Да, 3 плюса. Из минусов. Некоторая кривизна локации. Ну, бывает очень слабая, бывало у меня. Когда, ну, именно не локация, а, допустим, у меня диск летит, да, я увернулся, по сути. Ну, в тот же момент у меня прилетает. Типа, дэш не всегда работал, хотя я на кнопку жал. Но он не срабатывал. Только один минус, я могу сказать. Хотя нет. Комната. Как попасть в комнату, где нужно умереть меньше, чем за 0 секунд? Либо меньше, чем за 0. Это как вообще понимать? Типа, за вот эти два нюанса я поставлю минусы. Короче говоря, баги. Все. То есть, у нас 3 плюса, 1 минус. А сложный мы посмотрим в дальнейшем, что будет. Если будет что-то по сюжету, да, новое, то мы будем играть. Если нет, то нет. Я просто закончу на этом, и все. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем... Всем удачи и всем пока.